Здравствуйте. Гиподинамия – это состояние, которое сопровождается огромным количеством симптомов, большинство из которых является следствием недостаточной физической нагрузки. Вот некоторые из этих симптомов – это избыточный вес, вялость и сонливость, плохое настроение и раздражительность, усталость и общее недомогание, снижение работоспособности, нарушение сна. Длительное снижение физической нагрузки приводит к атрофическим изменениям мышц, костной ткани, нарушению обмена веществ. Ежедневно пешие прогулки и пробежки может делать каждый человек. Практически все свое время я провожу за компьютером. Появился лишний вес и другие симптомы. Поэтому я решил делать 10 тысяч шагов каждый день. Для измерения этих шагов я купил спортивный браслет Xiaomi Mi Band. Браслет очень легкий, около 14 грамм веса. Аккумулятор заряжается через USB, и зарядки аккумулятора хватает на 30 дней. Все результаты – это количество пройденных шагов, время и качество сна, количество потраченных калорий, настройка будильника и другие простые настройки выводятся на смартфон. Для этого я установил скачанное с Google Play приложение Mi Fit. Довольно слов. Выпиваю напиток Solstick Energy, одеваю браслет и иду испытывать шагомер в действии. Так, посмотрим, сколько мы прошли. Шагомер вот у нас висит на руке, рядом с часами. Откроем смартфон и посмотрим. Вот, прошел 6246 шагов. Ну, это маловато, норму я задал 10 тысяч шагов. Пойдем гулять дальше. Гулять лучше на свежем воздухе. Поэтому лучше отправиться в пригород или в парк. Мы идем, любуемся природой, не заморачиваемся подсчетом шагов. За нас все это делает шагомер. Какая красота! Лучше природы быть ничего не может. Так, посмотрим, сколько прошли. 8715 шагов. Вот, посмотрите. Так, видно, да? Ну, маловато, пошли дальше. Норма шагов у меня задана 10 тысяч. При достижении нормы браслет подаст вибросигнал. Вот. Ну, я просто посмотрел на всякий пожарный, сколько тут шагов. Вот. Ну что ж, пошли дальше.
сработал вибросигнал браслета. Значит, я выполнил норму. 10 тысяч шагов, которые я задал. Ну, погода прекрасная, можно погулять еще. Коски пасутся. Так, подведем итог и попьем водички. Итак, посмотрим, сколько мы прошли. 11997 шагов. Не знаю, видно будет или нет. Ой, прекрасно прогуляться в такую погоду. Хоть мы находимся почти на крайнем севере. Украины, я имею в виду. Не подумайте серьезно, что на крайнем севере. Вот. Почти середина ноября, погода стоит великолепная. Поэтому надо гулять, пользоваться случаем. Так, ну, нам еще предстоит путь домой. Выпью водички. Воду лучше всего пить. Не просто родниковую воду, а с жидким хлорофиллом. Вот, видите, такого зеленоватого цвета. Вот. Он очень полезный. Подробнее о жидком хлорофилле можете посмотреть на сайте. Все. Программа минимум выполнена. Идем домой. Важно делать 10 тысяч шагов ежедневно. Мы часто ленимся, находим оправдания, чтобы не делать этого. Например, такие самые элементарные, как плохая погода, занятость. Спортивный браслет является дополнительным стимулом, чтобы оторвать нас от компьютера, интернет и сделать так нужные шаги для здоровья. Здоровья вам, благополучия и до встречи на нашем видеоканале.